в Харьков. Вот, и боюсь, что что-то один говорит, везут 7 евреев, вот, и один говорит, что вроде бы, может быть, уже закроется вообще город. Вот. Да. Угу. А, я, знаете, по какому звоню? Да, Юлечка. Мне пришло сообщение, отчет о получении денег от племянника. Так. Я посылал деньги. Я обратила внимание, что от вас мне пришло только одно, один отчет. А я вам два раза посылала. Может быть, там как-то суматохи не получили, а может быть, вы в один день сразу вместе получали, не знаю. А напомни, какой отчет там был? Очень плохо слышу вас. Напомни, какой отчет был? Ну, нет, мне просто от West Union пришел отчет, что деньги они получили. А, только от West Union, что только один? Вот, да, а я увидела, что от вас только один раз мне пришел отчет, что вы получили деньги. В таком случае я мог просто забыть, тогда вполне, потому что тогда было в августе был такой наплыв людей, что было... Да, и вот вы посмотрите. Да, пожалуйста, да, пожалуйста, да, потому что... Хорошо, а если, ну, просто жалко, если я не так пропал. Да, да, просто... Ну, конечно, сразу оба получили, поэтому раз пришел отчет. Ну, вообще, по идее, должен был два раза прийти. Ну, скорее всего, что я просто замотался, там что-то не проходило, вот, и, а потом другие дела, и... Это не по московским, а те, что я посылала в евро. Угу, угу. Хорошо, спасибо большое. Я вам скину сейчас. Спасибо большое. Отлично, вот сейчас приедет скоро. Часа через два будет у нас. Спасибо огромное вам. Я не знаю, сколько раз я уже говорила. Нет, каждый раз приятно все равно. Вот, каждый раз огромное приятно. Огромное вам спасибо. Ну, опять же, ты там обещала сама записать, вот, и файлик выслать. Из я там выставляла. Тогда я не получил просто. Ты куда высылала? Я вам на вашей стене написала. А где? А на какой именно стене, напомни? Там, где вы записки евреев ставите. А, на личной анкете, да? Ну да, на стене. Все, да. Буду смотреть. Я же говорю, мне месяц некогда смотреть никуда. Вот. Поэтому. Спасибо, да, спасибо. Раз выслала, тогда очень приятно, прочитаю обязательно. Мы видео сняли с мамой. А, отлично. А Влад мне показывал быстренько видео, там, где все четыре стоят. И говорит. Да, я поставила и это видео, и одного. Юлечка, Юлечка, очень приятно, очень приятно. Вот, и говорит Влад, через два дня уже закроется вообще все. Да. Да, то есть это вот я не знаю, но он приедет, расскажет. Скорее бы война. Скоро не закончится, Юль. Я, год-два, видимо. Да, я по «Эхо Москвы» послушаю там передачу. Там ихняя корреспондентка по «Эхо Москвы», я тебе пошлю ссылку. Вот сегодня. Послушай, там хорошего ничего не говорит. Вот. Да. Так что, видимо... Да, 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 только, да, только все дальше погружается это все. Вот. Ну, у ребят в Москве тоже не все гладко, там тоже проблематично с документами, потому что квоты на беженцев закончились, но... Это не важно. В Грецию с одним чемоданом, без документов, без знания языка, и нормально. Да, да. Юль, у нас сейчас планерка, вот давай, вот, Влад приедет, тогда позвоним, да. Я вам на имейл вышлю... Хорошо, Юль, хорошо. Да, все, Влад приедет, мы позвоним еще раз. Окей. Да, скоро будет. Угу.